Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья продолжает действовать в Бийске. 271 квартиру уже получили те горожане, чьи жилищные условия были далеки от идеала. Дом рушится начал, уже все на глазах. Старый дом Дмитрия Растригина находился в аварийном состоянии. Несколько лет он, жена и четверо детей ждали, когда переедут в новую квартиру. Теперь с лица Дмитрия не сходит улыбка. Благодаря программе по переселению семья получила заветную трешку. Кухня, да, хоть свадьбу играй, можно всей большой семьей собраться. Это очень хорошо, как бы комната детская, балкон как раз на теневую сторону, что можно в жару спокойно открыть балкон и подышать воздухом, как говорится. Вид на детскую площадку из окна тоже очень как бы шикарно. Дома построены по современным технологиям. Хорошая сантехника, теплые полы. Даже самому привередливому жителю квартиры точно придутся по душе. Дворы тоже выглядят достойно. Детские площадки с качелями, песочницами и лавочками всегда будут востребованы среди семей с маленькими детьми. В принципе, дома все сделаны по технологии энергосбережения группы Б, то есть высокая теплоэффективность. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья уже помогла многим семьям, а Бийск оказался самым активным ее участником. Программа реализована практически полностью. Из 20 домов построено 13, еще 2 в стадии оформления разрешения на ввод. Остальные объекты находятся в высокой степени готовности. К 1 сентября в Алтайском Наукограде планируют переселить всех нуждающихся в новом жилье. Максим Голышев, Николай Государкин, новости.